Жители юго-западного района Владимира жалуются на дым от завода, расположенного в промзоне «Яма». Люди стараются не оставлять окна открытыми, чтобы в квартиру не попала сажа и запах гари. По словам местных жителей, труба дымит не постоянно, а только вечерами или ранним утром. Частенько. Может, даже чаще, чем два раза в неделю. Там, видно, какие-то выбросы, может, происходят. А дым этот, мне кажется, мы всегда думаем, что там пожар какой-то, потому что сильно дымит. Знаете, он по утрам бывает такой, когда, видно, вот садится все как-то, вот прям чувствуется запах. Или вечерами, вот так, попозже, едкий запах. Выяснить, кто хозяин завода, не вышло ни в различных ведомствах, ни на месте. Сотрудники предприятия на камеру говорить отказались, но сообщили, здесь расположено асфальтобетонное производство. Местные жители, чьи дома находятся ближе всего к заводу, вспоминают, предприятие работает давно, но раньше такого сильного смога от него не исходило. Иногда бывает так, что кажется, что в ясную погоду туман, если оттуда ветер. И смог такой стоит иногда достаточно сильный. Особенно если ветер оттуда дует и дышать нечем. Просто думаем, да, погода изменилась, туман. Оказывается, нет. Оказывается, ветер оттуда дует. Областная прокуратура уже занимается заводом и выясняет, не нарушает ли он экологических норм. Губерния 33 будет следить за развитием событий. Константин Миронов и Егор Герасимов. Губерния 33.